Еще раз всем добрый день, всем, кто смотрит телеканал «Кубань-24». Мы продолжаем отмечать Международный день защиты детей. Говорим сегодня в том числе о благотворительности. Кстати, в благотворительности участвуют больше россиян, чем это принято считать. По последним данным статистики, 80% жителей нашей страны оказывают ту или иную поддержку. О том, кто, как и кому помогает, об этом мы поговорим с нашей гостью. У нас в студии руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Ян Старожук. Ян, добрый день. Ян, добрый день. Ну, прежде всего, поздравляю, наверное, с праздником сегодняшним, с Днем защиты детей, потому что все мы были детками, и я думаю, что уместно будет друг друга сейчас поздравить. Для фонда, да, это особый день. Мы вот буквально несколько минут назад сказали, что для вас это такой Новый год, да, своеобразный. Можно уже итоги подводить и строить план на будущее. Что интересного произошло вот за это? Во-первых, я хочу всех поздравить с Днем защиты детей, особенно наших журналистов на главных каналах наших. Потому что вы очень помогаете, и сегодняшний день он особенный. 1 июня мы призываем весь наш край помогать тяжелобольным детям. Для фонда День защиты детей, по сути, каждый день. Наша миссия, мы созданы для того, чтобы помогать детям каждый день, а у помощи нет выходных. Но именно в этот день, конечно, вот как вы сказали, почти как Новый год, люди очень активно откликаются. И я могу сказать, что уже на сейчас цифра собранных средств составляет более 3,5 миллионов рублей. А это значит, те дети, о которых мы сегодня рассказываем в течение всего дня, и еще другие дети, которые ждут нашей помощи, а это сегодня тяжелые дети, страдающие онкологией, ДЦП, нарушениями слуха, обязательно получат эту необходимую им помощь в лечении. Ян, а всех детей, вот ты лично помнишь поименно, какая история с ними связана? Ну, я работаю 3 года, конечно, не могу сказать, что я помню каждого ребенка, но очень многих я действительно помню, потому что общение продолжается, и вот сейчас у вас эфир один закончился, вы видели, как мы общались с вашими гостями. Конечно, мы стараемся вести своих детей, мы их ведем, кого-то мы даже потом ведем в садик, в школу, это нас очень радует, но всех детей узнать сложно. Вернее, продолжать эту историю, да, потому что их очень действительно много. В том году мы помогли 141 ребенку. Да, мы их всех знаем, но вот чтобы сказать детально, так что я не знаю всех, конечно, детей, но самые тяжелые случаи, те дети, которым неоднократно мы помогаем, конечно, я обязана знать, и я их знаю, и сотрудники фонда знают, и даже, знаете, вы, жители региона, потому что мы рассказываем. Но наверняка какие-то же истории запали в сердце. С того момента, когда я стала вести проект «Край добра», истории стало еще больше. Безусловно, когда ты руководишь организацией, которая каждый день помогает детям, к тебе каждый день обращаются родители с больными детьми, и у каждого человека, родителя, ребенка, в чей дом пришла беда, своя судьба. Она по-своему трагична, она по-своему тяжелая, для каждого очень тяжелая и особенная. Ну, конечно, когда у нас в этом году и в прошлом году стартовали новые проекты, которые поддерживают наши СМИ, конечно, я знаю еще больше, потому что я провожу несколько дней с этими детьми. Конечно, ты, ну, еще больше чувствуешь их беду, их боль, их переживания. Вот одно из последних, когда мы ездили, эта программа еще не вышла в эфир, Мария Головина, девочка с ДЦП, 16 лет. Девочка ходит только с опорой, с трудом говорит. Но вот она показала мне свое сочинение, но мне сложно его назвать сочинением, потому что оно называлось «Хочу и надо». И вот в этом сочинении, вы знаете, столько боли, эмоций, переживаний и такая сила, воля, целеустремленность. И она пишет о простых, казалось бы, нам с вами вещах. Мы здоровы, мы можем ходить, мы слышим, мы видим друг друга. И это невероятное наше счастье. Мы должны каждый, когда с чем-то сталкивается, должны все-таки об этом помнить. Потому что вот эта девочка, которая дистанционно учится, которая не ходит в школу, конечно, она в социуме не так находится, как мы с вами. Она пишет, что «я хочу и я буду ходить». Вот об этом их мечты. Они нам кажутся обычными, но исполнить эти мечты можем мы с вами. И чем больше людей будет видеть таких детей, принимать их родителей, принимать их... их истории, ведь не каждый готов повернуться в сторону тех, кто плачет. Это вот если мы говорим честно, это так. Не каждый готов. А наши проекты показывают, что это дети, да, они особенные. Они с ограниченными какими-то своими возможностями здоровья. Это так. Но у них безграничное желание побеждать, идти к победе, преодолеть эту боль свою собственную.
И сила мечты невероятная, их успехи невероятные. О чем мы говорили до эфира, мурашки. Мурашки. Да. Вот Яна говорит сейчас об эмоциях и сказала, что у помощи нет выходных. Я знаю, что ты работаешь, наверное, 25 часов в сутки. Как все успеть? Да, как все успеть? Никак не успеть. Вот эмоционально. Эмоционально тебе тяжело? На съемках программы. Ну, если я скажу, что мне легко, это будет неправда. Но я не привыкла говорить о том, что я, конечно, переживаю по этому поводу, потому что... С валерьянкой на съемку? Нет. Слезы были? Когда я вспоминаю наших героев, когда я их вижу, мы любим своих героев, мы действительно любим и восхищаемся. И мы говорили о том, что операторы потом знакомятся с детьми, они продолжают звонить им, общаться, провожают на лечение. Они им отвозят мультики, которые эти дети никогда не видели. Когда ты находишься в этой семье, уже когда ты вообще в нее вхож, конечно, они твои. Когда у них что-то еще происходит, ты... Но это уже наша задача, их помогать и продолжать их вести, знать и даже поздравить с днем рождения, безусловно. Они становятся нашей маленькой семьей. Эмоции. Без эмоций невозможно. А то, сколько нужно работать, чтобы помочь всем, не знаю. Ответа нет на этот вопрос у меня, потому что надо, даже если бы это была для меня работа, наверное, бы я не смогла. Но так как это больше, это жизнь... И, конечно, хочется, честно, в сутках 25, 26, 27, 28 часов, чтобы все успевать, но сколько есть в твоих возможностях, сколько ты можешь приобщить к этому людей, ты вот обязан это делать, потому что вот этим маленьким героям, вот сколько нужно им, нам столько с вами не нужно. Нам нужно быть внимательными, быть чуткими, сохранить свое милосердие, и чем бы мы ни занимались, где бы мы ни находились, в каком социальном статусе, обращаться и поворачиваться на них и не бояться смотреть на то, что да, есть и горечь, и боль, но вот самим им не справиться, тем более сегодня в такое непростое экономическое время. Мы сегодня слышали детские мечты, в том числе дети говорили свои пожелания друг другу. А какая у тебя мечта есть на ближайшее время? Вы знаете, вот я теперь вот была недавно на последнем звонке, да, и общалась с выпускниками и говорила, самое главное — это мечтать. Ваши мечты, они могут меняться. Но вот я вспомнила неожиданно для себя, когда вот стартовал наш проект, что я всегда говорила, я мечтаю заниматься детьми и телевидением. Оно вот так получилось, причем это было в какой-то момент, это просто прошло. Я действительно и неожиданно после волонтерства начала заниматься действительно такой уже профессиональной благотворительностью. А потом 26 сентября стартовал наш проект. Вот сила мечты, она есть, и главное — мечтать. И я уверена, что наши дети... Их мечты им помогают выздоравливать. Но когда мы взрослые, есть с ними рядом, когда мы даже маленькую мечту, как в нашей программе «Край добра», исполняем, у них же невероятные эмоции, они продолжают мечтать, они верят в себя. Им и их родителям это дает силы. И я это говорю абсолютно оправданно, потому что я это знаю. Я вижу, сколько людей им потом звонят, приходят на помощь. Даже соседи, которые, быть может, не знали глубину и тяжесть заболевания и беду этой семьи, они приходят на помощь. А для таких детей, которые, к сожалению, в основном находятся дома, у них нет такого количества друзей, когда они находят своих друзей, и когда их в школу провожает уже не мама, например, музыкальную, а провожают ребята, мамы начинают говорить: «Яна, вы знаете, теперь у нас другая проблема. Теперь у нас есть друзья, а учебники мы откладываем». Времени катастрофически не хватает. Спасибо еще раз, Ян, что пришли к нам в студию. Еще раз скажем, за время сегодняшнего нашего дня праздничного, благотворительной нашей акции, удалось собрать, еще раз, Ян, скажите, 3,5 миллиона рублей на сегодняшний час. Ну, еще не вечер. Мы очень надеемся. Да. Всем, кто уже принял участие в нашей акции, говорим, конечно же, спасибо. И у нас короткий перерыв на рекламу.